В Югре подготовят 50 инспекторов народного контроля. Специалисты будут отстаивать и защищать права потребителей в округе. 30 заинтересованных жителей округа уже прошли обучение в Пытьяхе, Пойковском и Салыме. Участникам семинаров рассказали, как проверить торгующие организации, как составить и заполнить акты, какие законы регулируют деятельность обеих сторон. Вводные курсы на средства гранта губернатора проводит региональная общественная организация «Защита прав потребителей». Всего планируется принять не менее 50 инспекторов. Инспекторов народного контроля. Они получат удостоверение, подтверждающее статус. Главная задача народных контролеров – дисциплинировать продавцов.